Салехард, второе отделение, вторые сутки на этом затоне. Вот там в кустах воет собака. Самостоятельно выбраться с сезонного озера животное не смогло. Практически с первых минут с нами спасатели. До их приезда мы сами попытались пробраться к псу. Но ни у меня, ни у оператора не получилось. Ты за мной-то не ходи. Блядь, ты за мной. Чё ты пришел-то? Увидев машину с фирменным знаком «Ямал-Медиа», к нам подходят местные жители. Рассказывают, они тоже предпринимали попытки вызволить собаку. Я уж ее и кормил, мясо ей кидал, а дойти не могу. Вчера в сапогах пошел, болото не хватает сапоги. Если ее сегодня не вытащит, то, наверное, на лодке поеду, вытаскиваю. Ну, жалко животное. Если поначалу пес еще скулил, то спустя время, скорее всего, выбился из сил. И тут спасатели мешкать не стали. Пока суть до дела, Александр Никитин надевает гидрокостюм, вода ледяная. Амуниция должна не только уберечь от намокания, но и не дать замерзнуть. Специально разработан для таких условий, которые помогают нам в определенных местах в холодную воду забираться. Предлагаем взять припасенные нами приманки для собаки. Сосисок может быть? Да. Маните ее туда. Себе подбежите. Да мы, нет, я притащу ее сюда. Вы тут уже ее... Да вы дадите ей сосисок. Не-не-не, там не будет времени. Мы сейчас ее заберем просто и все. Заход в воду со льдом. Непонятно, насколько глубоко, но на всякий случай наготове есть надувная лодка. Прям глубоко, да? Ну да. Не, Вер, не надо идти туда. Первые пробные шаги самые опасные. По толще шуги могут быть резкие обрывы. Постепенно, нащупывая дно и проламывая наст, мужчина проходит к животному. За 10 минут спасатель добирается до снежного островка, на котором собака. Немного уговоров, и пес доверился человеку. Взял спасатель собаку, все, несут ее тихонечко обратно на берег. Тем временем на суше животные ждут сотрудники приюта «Дорога домой». Там собаку осмотрят ветеринары, высушат и оставят в тепле. И вот уставшая, замерзшая принцесса, так ее назвали горожане, практически на берегу. Итак, собака спасена. Александр, вы герой. Как вообще удалось это все дело? Ну, везде трудности. Сосиску дайте. Так. Собака, держи сосиску. Нет, она хочет сосиску. Так, мы тоже поучаствовали нашей съемочной группой, поддерживали спасателей. Вера Дронзикова, Владимир Зелинский. Время Ямала. Салехард.